личное мнение. Я готов голосовать за те пункты, которые касаются приведения в соответствии с законом этого положения, имеется в виду и по соцзахисту, и по тайному голосованию, потому что это, ну, понятно. Ну, в любом случае, мне кажется, что все-таки ограничение за 60 дней до запланированной даты, это как бы позволит всем, ну, как бы сконцентрироваться на приеме документов. Потому что мы запишем сюда 60 дней, это ничего не позволит, нет, никакой концентрации. Если сами не захотят, то ничего не будет. Просто если, допустим, придут накануне. Если для вас это формально надо, ну, то давайте, если комиссия не возражает. Я тоже не считаю, что это. Давайте, любая... Я считаю, что все равно это должен быть один человек. Потому как мы, ну, в конечном итоге по 20 превращаем. Потому что не могут фракции договориться между собой, это тот хочет того, тот того, и получается непонятно что. Ну да, то это... Нет, один человек был, и не мы это приняли. Непонятно, что получается много. Ну так, а в конечном итоге мы придем, что будет 20 человек выдвигаться. Ну, да. Я могу привести пример Харькова, да, то есть там, ну понятно, что Харьков город побольше, да, но там ежегодно присваивается звание 9, 10 человек, 8. Не, ну скажи, у нас есть, я привожу как пример, ну, просто, да. Не такая, конечно, это пониже на ступень, у нас есть человек года, правильно? Это вот это вот, пожалуйста, 10 там выбирайте по разным направлениям и так далее. А по честной грамотной места, я считаю, один человек должен быть. Я абсолютно поддерживаю. Оно значимость, да, значимость, да, теряет, когда 10 человек хлопнули, блин. Кого еще? Так оно называется. Кто еще не... Комиссарского дела, да? Да. Было такое... Ну, как бы на одной кандидатуре, думаю, вот тут внести одну кандидатуру. Не знаю, я... Тут, понимаете, для того, чтобы действительно иметь возможность какого-то решения, мы и оставили такую формулировку, что количество кандидатур на рассмотрение сессии городского совета. Вот сессия городского совета говорит, мы действительно 4 или 5 вы лет... Вы чуете, никого... что вам депутаты кажут? Что депутаты вам кажут, что сессия городского совета завтра вам 20 человек предоставит. Теряется значимость, по-честному. Как минимум 4 по количеству фракций. Вот вам и попал. У вас есть, а у нас нет. А еще не фракционные. И еще мэр выдвинет. И финиш. И тогда значимость по-честному громадянина теряет. Даже уважение к тем людям, которые действительно сделали много для города. Я с вами их не родные живут здесь. Тогда, согласно рекомендациям вашей комиссии, мы сделаем второй вариант, потому что этот вариант, какие-то комиссии предложили этот вариант, ваша комиссия предложит второй вариант, и мы тогда вынесем это понимание.